Здесь, на перекрестке брестских дивизий 13, идет настоящая битва за каждый метр зеленой аллеи. Молодежная экологическая акция «Полей свое дерево сам» набирает обороты. На днях активисты Ленинского районного комитета БРСМ совместно с администрацией района организовали полив аллеи, которая находится на территории Северного городка. В этом году в течение весны-лета будет проходить данная акция, потому что деревьям нужна влага. И чтобы у нас чище был воздух, эти деревья нам очень нужны, мы не хотим их потерять. Также данная акция экологическая и такие, как у нас еще есть акция «Полей свое дерево сам», она будет проходить в следующую субботу на территории Брестской крепости, Северные ворота. Опять же, в прошлом году администрация Ленинского района и молодежь Белорусского республиканского союза молодежи эти деревья высаживала. И будем там эти деревья поливать. В акции, которая, к слову, была приурочена к республиканской инициативе «За дело», приняла участие молодежь Брестского колледжа бизнеса и права. Липы и клены, дубы и ивы. 75 деревьев были высажены здесь год назад сотрудниками предприятий, организаций, учреждений образования Ленинского района, молодежью. Сегодня задача – сберечь эту красоту. Данная акция проводится, так как мы не знаем, какая погода нас ожидает. И так как у нас не было нормальной зимы, деревьям нужна влага, плюс весной не было дождей. Поэтому мы должны помогать природе, так сказать. Мы также призываем других учащихся других учреждений помогать деревьям. Традиционно помогают ребятам работники специализированного предприятия. Инвентарь и воду для полива предоставили сотрудники коммунальника.